Давай одеяться возьмем что-нибудь. Хочешь в ручки? Да потом все равно лишний звук уберет. Ну какой, легенькая. Мы находимся на складе бригады «Призрак». Сегодня у нас в гостях девочки с общественной организации «Хорошие руки», «Добрые руки», которые помогают гражданскому населению нашего города. «Призрак» передает им в дар или просто делится, хоть и сами сироты. Три ящика резиновой обуви, здесь по 7 пар, это женская обувь, 5 детских матрасов, 5 одеял. И самое главное, это подарок из Калининграда, бочка меда, 70 с лишним килограмм. Так что разделите это все на ваших мамочек, деточек, у них там и дети-инвалиды, и бабушки, и инвалиды. Короче, просто, все да. Самые остро нуждающиеся слои населения города Орши. Хотелось бы поблагодарить бригаду «Призрак», которая в трудное время делилась всем, чем могла, даже последним, с мирным населением нашего города. Этот раз мы получаем от них матрасы, одеяло, лед, обувь. Спасибо большое. Со своей стороны мы обещаем помогать, сотрудничать. И рады всем. И спасибо большое россиянам, которые остаются неравнодушны к нашей беде. Я руководитель группы «Алчест. Хорошие руки». Наш город не коснулись боевые действия, но финансово мы нуждаемся так же, как и остальные города ЛНР. У нас в нашей группе в помощи очень много мамочек с детьми, есть инвалиды. В адресной помощи у нас 150 семей нуждающихся. Мы получили дар от бригады «Призрак» и жителей Калининграда. Вот на данный момент бочку меда, это очень необходимо, потому что люди нуждаются. 5 одеял, 5 матрасов и 3 ящика женских резиновых сапожек. Это все будет разделено между людьми, самыми нуждающимися. Нас в городе. Хочу выразить огромную благодарность жителям Калининграда, которые не остались равнодушны к нашему положению. И, конечно же, бригаде «Призрак», которая помогает нам, нашему городу, нашим людям.